Чарльз в курсе, куда мы приехали. Везу ей пироженки. Пера? Ждут нас? Не ждут. Яма, яма. Скажи, чтобы открывала. Бенга, яма. Вот слышат они, наверное. Вот так нас ждут с тобой, Чарли. Нет, не ждут. Звонить надо. Пойду звонить. Не слышит она. Я тут полчаса стою, долблюсь. Вишня уже вся растаяла. Пробовала. Но мне же еще и снимать надо. Ну, здрасте, приехал. Вот прям собственной персоной. Цыц, блин, мой дом приехал, еще гавкает. Да. Собака. Что, худей, да, Таня? А это диетические. Специально для тебя сегодня делала. Ну, спасибо. Знаешь, чай попьем. Пошли, заходи, что ты стоишь? А у меня еще пол багажника яиц твоих. Каких яиц? А, мама. Ага, пошли. Чарли Беняки. Не должен. Но это же зверь. Он тебе тут орет, типа, открой, вы чё? Посмотрите, это вот Танина продукция. Ой, а что это такое вкусное вот это? Котлеты. Охренеть, как покупные. Ой, подождите, на. Ай, ой, а это что? А, это тортик. Блинчики. Чё ещё у тебя? А это что такое чёрное? Из печени. А, котлеты из печени. Смотрите. А, пельмени у нее там. Да подожди. Да вон пельмени, что ты мучишься? А, вот ну, они. Вон пельмени разные, заразные, не заразные. А, это что? Что там у меня? Голубцы. Голубцы. Короче, присмотрите, все. А, во, вареньки, иди, все же. А, кстати, полкило моих, да? Да. Только там... никто ничего не покупает, денег ни у кого нету. Ну, купят еще, подожди, сейчас. Январь-февраль самые плохие. А вон яички, курочки, которые мне снесли. Снесли? Яйца. Снесли, да, снесли. Смотрите. Смотрите, какие я яйца ем. Ну, как их не есть? Нет, какие ты яйца ешь? Ну, вот на свободе ж куры ходят. Или ты мне вот эти, которые это номер сотрешь грязью и измажешь. Наксон, да? Ой, блин, печать сотрет. Чарли, чё ты? Ему здесь так нравится, он с младенчества здесь. Конечно. Так, чё? Мы сейчас пойдем спортом заниматься, да? А мы вдвоем с тобой пойдем? Ну а что это он так? Вот и мне так же сказали. Не, говорит, сама иди. И малыши с ним сейчас будут. Понятно. Папа, вот потом будешь мне сметану пробовать. Да. Будем мукбанг устроим. Здорово. Смотрите, сколько черемой на выброс. Тут Танька королева черемой. Прыгай, чё ты? А пока. Чарли, давай, ты тоже прыгай. Чё ты? Стесняешься. Вот так. Бенга. Бенга, сальто. Мувин. Вот, блин, надеть штаны светлые с ним. Вот что, как их надевать? Все у пачки. Кстати, это вот речка. О, а это откуда вода течет? А, я думала, все это натурально, это огород поливают. Нет, это вот речка. Нет, но это не речка, это когда дождь идет с гор. Это горная речка. Парамбл. Выход на море. Да. Здесь строить ничего нельзя, иначе здесь все снесет. Сейчас там будем проходить дорогу, она раньше была широкая, машина проходила. Вот когда шли дожди неделю назад, все снесло. Ну, дороги вообще нет. Да, это очень обманчиво. А так вообще тоже красиво здесь у вас как бы. Пойдет на сельскую местность. Ну, сельская. Зато новые места. А тепло, даже жарко. Смотрите, черемой прям вот. Танька говорит, она у нас профессионал. Говорит, если сорвешь вот такую зеленую, она невкусно не поспеет. Да. Ну, конечно, а которые спелые, они далеко не достанешь. Надо было палочку у Танечки взять. Ты бы сейчас палочку. И воровали бы черемой. Да. Ну, их тут много. Там собаки. Мы бы залезли. Там собаки. Слушайте, тут авокадо. Короче, я решила, что это... Скоммунизить. Да.
Короче, заснимаем, потом отправляем. Никого нет, да? Неважно. Ты сделаешь, что ты идешь в туалет. А ты куда их складывать-то будешь ради интереса? Куда ты пошел, тебя умер? Ой, какая красота. Блядь. Ты что орешь, дурак? Ну, чтобы меня не видели, а он... Во-первых, он не орет, он тебя это с тобой разговаривает. Ляпота. И все? Это на все, что ты готова? Хватит, а потом. Так Бог любит пятак. Куда что ты взяла? Четыре. А я еще что-нибудь забыла. А, ну ладно. Пошли, что? Пошли. Возьми, в карман положи. Так и запечатлим. Наблюдайте. Мы сейчас пойдем в полицию, позвоним и скажем. Оксана Батиковна. Вот, Энга говорит, пускай думают, что это какашка. Я говорю, что я парюсь, что у меня тут нету кармана, у меня же пакетики для Чарльного делов есть. Ну а что, блин, они растут, прям так и манят. Мы еще там это увидели. Черемое. Тоже наворуем. А что ходить-то без толку? Вот 2,20 вчера заплатила. Вот. За два штуки. Офигеть. А вот. За 2,20 я лучше к тебе приеду и поболтаем, и все, и... И два раза по 2,20. Во, мне выгодно даже. Сейчас еще дам 2,20. О, офигеть. Что ты раньше, где ты раньше была? Смотри, у тебя тележка, хочешь, садись, я тебя покатаю. Слушай, мы пойдем, давай я это... Там номерные знаки. На ней и нагрузим. Что надо? И не надо. Что, куда? Дальше идем. Ну, конечно. Ни разу не было. Ну, вот. С Сусаниным не буду. Почему? Да ладно тебе, иди. Дождей вроде не обещает, смыть не должно. Ой, что-то вот собаки меня, смотри, пугают. Ой, пойдем отсюда. Что-то нет, они не перепрыгнут? Ну, пойдем обратно. Пошли. Что-то страшно. Лучше в другую сторону реки пройдем. А, ну пошли. А, у реки. Смотрите, вот это вот у нас шоссе в Малагу идет. Автотрасса. Автотрасса? Ну, пускай будет автотрассой. Какая? Какая? Что-то прям жарко, да? Тартака, ну да. Он даже если вышел, так он вышел после того, когда собаки начали тявкать. Точно. Логично. Короче, прикиньте, в том месте, где я воровала авокадо, мужчина сейчас ходит. В маске. В маске. Может, он тоже ворует? Ты не подумала? Я говорю. А я говорю, он точно меня не видел. Пока что ты писить хотела. Ага. Тебе надо было вытереть, ты сорвала один фрукт. Боже мой. Да, что, листья тебе-то? Вот мне трубы надо. Прихватим. Одну ты, другую я. Трубы это не авокадо. Вдруг я надумаю баню строить, а мне же надо слив делать. А ты еще не надумала, что ли? Я надумала. Денег еще не надумала. А потом... Конечно, налепила пельмени целый холодильник. Не говори, никто, зараза, не жрет. Так-то они у тебя до Нового года все обожрались. Ну ничего, мы их едим. А у реки, а у вот реки, а у реки. А то я ведь подарю. Чарли курицу загнал. Обратно она полетела. Он же любит у меня голубей гонять. Он думает, что это голуби. Девки! Она еще белая была. Смотри, смотри. А, Танька, нет, но... Ой, этот волкодрайзер вас испугал. А я хочу. Все, теперь ни одного яйца не снесут. О, Чарли, блин, мы без яиц останемся. Да, а эти жрут. Кушайте, мои хорошие. Пока другие в очко давят, вы кушайте. Все, ему уже не это, не интересно. А мне скоро еще цыплят подарят. О, Господи. Да. Какая-то порода, такая маленькая минина, которые такие домашние, сами водят цыпляточек. Это типа как игрушка? Кушать. Нет, ну они такие большенькие, ну типа. Мне чайник кипит. Это Новый год к нам включится. А, чайник? Ну давай. Держи, иди. Бягу. Короче, сейчас будем подарки открывать. Интересно, даже девки пляшут. Блин, сейчас. Ну вот на самом интересном месте оставила меня с камерой такая. Правильно, а ты сама себя снимай. Ага, так камеры-то поверьте. Блин, мне же интересно, открыть надо. А что тебе открывать? Сюрприз будет. Так. Слушай, а можно аккуратно открыть, потом еще на следующий Новый год еще прилепить. Не говори, экономи. Ну на, ты меня сними, потом чай нальешь. Сейчас я налью, пусть он остывает. А холодной воды нету? Есть. Ну? Ну это уже будет не чай, а помог. Ну нормально. Дрищ-ля-ля. Ох, блядь. Чарли!
видно. Блядь. А, вот что. Тебе что? Этот не тебе. Смотрите, вот. О, мы сейчас ее и откроем. Не надо. Да. Не надо. Да, меньше мне. А почему? Я чай хочу с конфетками. Ну, ешь с конфетками. Вот. А там шоколадка. Ну, фонкни меня, фонкни. Шоколадка с ты. Понял? Понял, Тань. Я тебе... Ты пробуй мои вот эти пироженки. Какашки какие-то сделала. Смотри, я сейчас сожрет меня волкодав. Уйди отсюда. Я боюсь его. Глянь. Нет, ты глянь на него. Он меня сейчас сожрет. Скажет, это мое. Она что жрет? Он не кинется? Да что он кидаться-то? Подожди. Пробуй. Теперь как собака, Чарли мой. Да вот сиди там теперь. Да. Боится? А то я ж боялась. Ты это пирожное, это закрыть. Хорошо. Пирожное вроде пробуй. Подарок от Чарли. Пробуй. Вот мороженое. Ну как тебе? Я так сижу с этой... Не дышу! Вкусно? Слушай, вкусно. А? Лучше вот так есть. Нет, ты посмотри на нее. Да вкуснее. Правда вкусно. Творог со сметаной. Заляпай. Вот сейчас я килокалорий себе... Там нету, там творог обезжиренный. И сахара нету на сахарине. На вот эту вот обычную, меркадоне, польвота. Вкусно, правда? Советую, очень вкусно. Вот, понятно, делайте. Делайте. А мы продолжаем. А ты как собака будешь привязанной первый раз в жизни. Все, нет. Смотрите, вот мне Таня дает яичко два в одном. Двухжелтковое. А это что, это подделка? Да, я уж боюсь строго, сейчас это гавкать будет. Уйди отсюда, сейчас опять тебя привяжу. Тирапая. Чарли, яйца пока мои. Не гавкай на меня. Так, вот видите, сколько я мне курочки ее нанесли. На. Как-то я его повезу-то? Сейчас, слушай, аккуратненько сейчас надо. Как-то надо аккуратненько яйца. Так, Чарли, не возникай. Результат нашей прогулки. 4 авокадо. Смотрите, какое классное, блин, зачем я покупала? Ой, это уже спелый. Вот смотрите. Ничем не отличается. Ну, если только размером этот побольше, но можно было бы и поменьше выбрать. Черемоя сперли. Вот это вот спелое на земле подобрали. Ой, вот это прям можно уже есть. Так что классный улов у нас, по-моему, да? Я уже одно видео смонтировала с рецептом моих вкусных эклерчиков. Кто не посмотрел, обязательно посмотрите. И увидите, как мы кайфуем от этого вкуса. Яйца, кстати, которые дала. Кстати, надо масло в масленку положить. Вот. А чай сейчас буду пить, который в русском купила. И все, и пойду купаться. У меня сегодня будет банный день по полной программе. Так, где моя большая кружка? Вот она. Люблю большие кружки. Ну, вы знаете об этом. Что тут буду рассказывать. Это, кстати, чай очень вкусный. Там я видела с малиной был. Просто с малиной. Но я люблю все вишневое. Так, не начинай. Вот опять разлил воду. А, нет, ты посмотри, что он это... Вообще сегодня плохо себя вел. Ясно? Таньку чуть не цапнул пару раз. Как у себя дома. Пришлось привязать. Представляете, в жизни не привязывала Чарли. А тут пришлось привязать, потому что он не... Ой! Прикинь-то со съенду? Не, ну ты посмотри на него. Всю воду разлил. Не, ну ты посмотри. Ну что тут? Ничего нету. Ай, господи, господи. Не, ну ты посмотри, у тебя целая тарелка этой еды, а. Вот далось тебе эта штучка одна. Ой, целую лужу мне сделала. Ох, блин, из-за одной штучки. Скандалист. У меня собака скандалист. Ой, швабра где?
Вы не поверите, но у нас на улице 20 градусов, друзья. Время 8 часов. На улице 20 градусов. Дома 18. Но открыть ничего не могу, потому что ветер. Улетим все нафиг. Зима. Вот скажите, в России при 20 градусах отопление делают? Правильно, в Испании тоже его не делают. А у нас обычно такая зима. Просто в этом году зима какая-то сумасшедшая. Ну, она, знаете, по-моему, везде сумасшедшая. Зима, холода, одинокие дома, моряга. Не пахнет, потому что в пакетиках. А вообще очень уполяха-муха. Аромат любви манит грешным яблоком. Утром чай, в обед чаек, вечером чаище. Что за пакет у меня тут? Так что улов замечательный, замечательный. Вот этот авокадо уже можно завтра есть. Угу. Тут у меня еще, смотреть сколько. Вот так вот пошел, наворовал. И все в порядке. О, спрошу, может, черемой будет? Гера, черемою? Не хочет. Ну, не хочешь, как хочешь. Мне больше достанется. Чарли проголодался, набегался. Я буду с вами прощаться до завтра, друзья. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии. И встретимся с вами обязательно завтра. Муха какая-то. Всего самого лучшего. И всем пока-пока.